Здравствуйте, дорогие телезрители! От вас поступил вопрос, как привести порядок в сосуды. Сосудистая система, от состояния сосудистой системы зависит наше здоровье. Если сосудистая система в порядке, то и организм в порядке, потому что сосудистая система снабжает питанием практически весь организм, кислородом, питательными веществами, минералами. Для чистки сосудов применяется обычная сода. Как она действует? Вот если вы мыли посуду, да, и мыли содой, вы чувствовали, видели, как прекрасно эта сода растворяет жир. То же самое происходит в организме. Когда вы применяете соду, растворяются вот именно жировые отложения, холестерин, который находится в сосудах. Но применять соду надо очень аккуратно, так как сода может принести пользу, а также может принести вред. Вы берете чайную ложечку соды, срезаете ее, то есть за подлицо, высыпаете в сухой стаканчик и затем заливаете крутым кипятком, чтобы сода среагировала с водой, то есть она придет в молекулярное состояние, то есть она на молекулярном уровне соединяется. И пьется достаточно горячим, можно через блюдечко или как. Выпивается этот стакан с утра на голодный желудок. Почему именно на голодный желудок? Когда человек с утра, у него нейтральная среда в желудке. Нейтральная среда в желудке. И поэтому кислоты практически там нет. Выпивая соду, сода впитывается, и она уходит в сосуды. Если мы поели и потом выпили соду, то получается нейтрализация соды желудочным соком. И в этом случае, применяя соду, вы получите вред. Поэтому пить только на голодный желудок. Полчаса после этого есть нельзя. И в этом случае вы прекрасно восстановите функции своих сосудов. На этом я хочу пожелать вам прекрасного настроения, прекрасного состояния. Берегите свои сосуды. До свидания.